Всем огромный привет! Сегодня готовлю необыкновенно легкий и вкусный летний салат. Такой салат очень любят в моей семье, и готовлю я его достаточно часто, особенно в сезон овощей. Первым делом очищаем молодой кабачок и натираем на терке для корейской моркови. Добавляем чайную ложку яблочного уксуса. Помидоры черри я разрезаю просто напополам. Если у вас крупные помидоры, то их можно нарезать на небольшие дольки. Отправляем их к кабачкам. Болгарский перец нарезаем соломкой. Сюда же добавляем консервированную кукурузу. Теперь я сюда выдавливаю пару зубчиков чеснока, подсаливаю, заправляю оливковым маслом и все хорошо перемешиваю. Вот такой легкий и необычайно вкусный салат я сегодня приготовила. Обязательно попробуйте этот рецепт, уверена, что он вам очень понравится. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и всем пока-пока!